Итак, по традиции начнем с наших новых участников. В наш совместный проект вступает Виктория Румянцева с очень интересным процессом. Это перенабор от Буцила номер 43691 «Леопард». Размер готовой работы будет 31 на 36 сантиметров. Используется основа Лугана Бритни 28 каунта, цвет бежевый. И используется 33 цвета Мулине ДМС. Процесс уже начат и хорошо продвигается. Будем ждать следующих отчетов. Анастасия Пученко отчитывается уже полностью готовой работой. Выполнен полностью весь бэкстич. И это ленивый код от фирмы Joy Sunday по дизайну Dimensions. Размер работы 36 на 36 сантиметров. Вышивался по нанесенному рисунку. Как вы видите, все хорошо смылось, и мы видим уже полностью готовый результат. Замечательная работа, и ждем также новых процессов. Кристина Исаева присылает нам свой отчет по набору фирмы Dimensions, кто за кем наблюдает. Мы видим, что вышелся уже второй котик, очень хорошее продвижение за месяц. Кристина надеется, что в следующем месяце будет уже готова работа. Мы этому будем очень-очень рады. Ну и, конечно же, желает всем участникам побольше свободного времени на любимое творчество и ровных крестиков. Спасибо и удачи! Лариса Киселева участвует в нашем совместном проекте с двумя проектами. Первый – это «Меняю шляпку на кота», это очень большой процесс. И второй – от фирмы «Мирешка», оригинальный набор «Зимний сон». Пишет, что очень хотела в этом месяце полностью сделать букет и дорисовать бэком, но немного не успела. Зато новогодний букет уже радует меня и манит вышивать дальше. Это по проекту «Мирешки зимний сон». Ну и по проекту «Меняю шляпку на кота», хоть продвижение небольшие, но они все-таки есть. И Лариса желает всем участникам совместного проекта много-много приятного времени за нашим любимым хобби. Ну и, конечно же, всем успехов. Ольга Лаптева продолжает участие в нашем совместном проекте с новым набором. И это набор от вьетнамской фирмы Eastitch. И пишет, что это, скорее всего, копия от фирмы Dimensions. Рисунок нанесен на канву 11 каунта. Размер будущей работы 52 на 65 сантиметров. Ниточки ДМС. Никогда не вышивала таких больших работ. Купила его почти год назад. И вот, наконец-то, решилась начать его благодаря вашему проекту. Никогда не вышивала на канве с нанесенным рисунком, поэтому меня очень смущает то, что получается. Работу начала вышивать с левого верхнего угла. Судя по схеме, практически все, что вокруг леопарда, будет зашито полукрестом. Из-за нанесенного рисунка и зашива в полукрест непонятен результат проделанной работы, и это меня пугает. Вдруг после окончания работы получится не то, что я ожидаю. Сам процесс идет легко, ниточки хорошие, яркие, ложатся ровненько. Надеюсь, мои опасения напрасны. Мы тоже на это надеемся, и, скорее всего, все будет прекрасно. Обычно такие наборы себя очень хорошо показывают, и результат виден после уже стирки. Вышивайте, мы будем вас поддерживать. Татьяна Муратова продолжает участие в нашем совместном проекте со схемой из журнала «Вышиваю крестиком. Воспоминания о лете». Используются здесь ниточки гамма, будет полная зашивка, и каунт Татьяна увеличила до 11 размера. Будем следить за результатом. Кристина Внукова присылает нам также свой отчет по авторской схеме от Любы Водейниковой «Крестный котец». Пишет, что вышивала в этом месяце мало, но в ноябре надеется взять процесс как основной и очень хорошо продвинуть. Ну а нам пока остается любоваться этими абстрактными и очень интересными узорами. Присылает нам свой отчет также Ольга Яранова. Это набор с AliExpress. Здесь очень оригинальный дизайн, и Ольга его продвигает очень активно, участвует во всех играх, и вышивается этот дизайн быстрыми-быстрыми темпами. Я думаю, что уже совсем скоро мы увидим готовую работу, поэтому желаем удачи, шустрой иголочки.
Лера Серегина присылает нам свой отчет по оригинальному набору от фирмы Лукас кошки. Работа очень хорошо продвинулась и идет к своему завершению. Лера очень быстро вышивает. Пишет нам, что в октябре продвижения были небольшие, а все потому, что в доме появился живой котенок. И теперь все свободное время уходит на эту маленькую непоседу. Конечно же, вышивку Лера не откладывает, просто время хочет уделить этому маленькому созданию, чтобы оно адаптировалось в доме и они привыкли друг к другу. Ну а потом Лера вернется более активно к процессу. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Лера у нас очень активная участница, и как и многие участницы, которые в нашем совместном проекте уже обзавелись этими пушистыми друзьями, Лерочка вот тоже займела себе котенка. Поздравляем! Ну что, Лера, держись, мы тебя ждем снова в наш проект. Анастасия Беловолова присылает нам свой отчет по гигантскому проекту от фирмы Хаэт «Кот в ирисах». Пишет, что в этом месяце было вышито 22 тысячи крестиков. Это 6,5 листов схемы. И теперь Анастасия спокойна за результат. Ей хотелось увидеть щечку с усами у котика. И нам, конечно же, тоже очень любопытно наблюдать за продвижением этого процесса. Это очень интересная работа, тем более, что редкость, когда кто-то вышивает такие огромные гигантские работы. Мы за тебя болеем, Анастасия. Обязательно продолжай свою вышивку. Анастасия Беловолова также добавляет еще один процесс наш совместный проект. Это набор от фирмы Марии Искусницы «7 котиков». И пишет: «Не смогла уйти с выставки без очередных котиков. Прошусь в СП с еще одной работой». От Марии Искусницы. Набор в 7 котиков. Равномерку заменила на Аиду 16 каунта. Начало с нижнего котика. Постараюсь к отчету вышить одного из 9. Первый из котиков готов. У меня таких хвостиков дома 3. Каждый из них вот так же проверяет пакеты. А мой самый молодой котик, Балуша, даже прогрызает в пакете дыру и так носится по дому». Ну и чтобы не быть голословной, Анастасия прилагает фотографию своих помощников. Алена Каменева нам присылает свой отчет по китайскому набору Joy Sunday «Кот Леонардо». Вышито 64% работы. И работа движется очень хорошо к завершению, но, к сожалению, у Алены была травма руки, поэтому вышивала совсем немного Алена. Мы желаем скорейшего выздоровления, ну и, конечно же, скорейшего завершения этой прекрасной работы. Свои отчеты присылает нам и Марина Силина. Во-первых, это фиолетово-черный от Butterfly бисерный набор. И также есть готовая работа по авторской схеме Екатерины Кутиной, называется «Кость». Работа пока не оформлена, но уже есть готовый результат. Любовь Постникова продолжает участие в нашем совместном проекте с набором «Золотое руно. Магистр времени». Процесс начат 1 октября. Размер готовой работы 38 на 25 сантиметров. Основа Аида 16 каунта от фирмы Цвайгард. Мулине, Мадейра, 29 цветов, плюс бленды. Также есть один металлик и пришивные аксессуары, 4 штуки. Кот вышивается крестом в 2 нитки, фон полукрестом в 1 и в 2 нитки. Процесс идет намного легче, чем парный набор «Ключ времени» с филином. И, как мы видим, получается красота. Просто глаз не оторвать. Девушки, пришла к вам с осенью, пока с осенью. Аромат осени будто составляет лучшие парфюмеры мира. Только подумайте, нотки поздних цветов, аромат рябины, подмороженной первыми заморозками, запах земли после дождя и даже удаленный запах горячего шоколада. Все это наша осень, а человек, который запечатлит это в духах, будет настоящим гением. Так нам пишет Елена Исаева к своему процессу от фирмы Овен Маруська и Котовский. Марина Филиппова продолжает участие в нашем совместном проекте с очень интересным набором от фирмы Custom Crafts, номер 99237, называется «Отдыхающий леопард». И пишет: «Спящий леопард от Custom Crafts вышивается на 14-й аиде цвета хаки.
196 на 277 крестиков. Размер работы будет 36 на 50 сантиметров. Вышивается на удивление легко, фон пятнами. Сам лев посложнее, но тоже несложно. Нити перевесила на органайзер Дубко. Органайзер из набора порвался уже на четвертый день. На данный момент из 9 листов вышито почти 4. Немного не дотянуло до половины. Потрясающая скорость за один месяц вышить такой объем работы. Поздравляю, Марина. Ну и также Марина принимает участие со вторым набором от фирмы Риолис. Вот такой вот замечательный котик, который будет украшать подушку. Вышивается он на 10-й Аиде под лен в 4 нитки. Оставшийся фон будет зашиваться светло-серыми нитками от Риолис в 3 нитки крестика. Вышивается очень легко. Хочется к концу проекта закончить и фон. Я думаю, с такой скоростью у вас все обязательно получится. Агнета К присылает нам также свой отчет от фирмы Сода. Работа продвигается по чуть-чуть, но главное, есть продвижение, и хочется уже увидеть работу и с бэкстичем. Надеюсь, Агнета нас порадует в следующем месяце. Анастасия Лурье присылает нам свой отчет по набору «Мартовский концерт». Пишет, что вышито 71% работы. Очень хотела успеть дошить к отчету третьего котика, но отшила только частично его спинку. Работа идет быстро, много разных оттенков, поэтому вышивать не скучно. Надеюсь, к ноябрю успею дошить свою работу. Желаю всем побольше свободного времени, шустрой иголочки и ровных крестиков. Татьяна Турова, наша скоростная иголочка, продолжает участвовать в нашем совместном проекте с оригинальным набором от фирмы Dimensions Warm Infused Kitten. Замечательный котенок. Присылает нам подготовку и к концу месяца сразу и готовую работу. Вот так быстро отшиваются у Татьяны работы. Поздравляем и, конечно же, ждем новых котов. Алла Белочка присылает нам, во-первых, свою готовую работу от фирмы Риолис «Котята в корзине». Размер работы 30 на 24 сантиметра. Замечательный дизайн с котиками. Очень нежный и очень милый. Ну и, конечно же, заверяет и подтверждает правдивость этих слов кошка Муся. Ну, Аллочка также продолжает участие в совместном проекте с новогодними игрушками от Classic Dazing, вышивка на пластиковой канве. Используется здесь мулине ДМС. Готов уже первый котик, Санта-кот. В итоге получится красивая, яркая новогодняя игрушка с забавным котиком в виде Санты с огромным мешком подарков. Ну, конечно же, за подробностями заходите на канал Кали Белочки. Ссылка в инфобоксе. Светлана Кузнецова присылает нам отчет по оригинальному набору от фирмы MP Studio и пишет, что вышивала немного, так как отвлекалась на другие процессы, но скоро возьмется за эту работу и продвижения будут более заметными. Ну а мы, конечно же, будем ждать новых отчетов. Мария Крупенина присылает нам, во-первых, свой отчет по оригинальному набору фирмы Лукаэс «Неохотный приятель». Пишет, что продвижения небольшие и дальше движется работа тоже не очень быстро, так как идет большая мешанина. Но Мария не останавливается только на одном процессе, добавляет еще один процесс. Это фараонова кошка по оригинальной схеме от фирмы «Золотое руно». Ниточки здесь «Мадера», также по ключу от «Золотого руно». И вышивается на аиде 14-го каунта серо-голубого цвета. Эта кошечка участвовала в двух СП, вот одно из них подошло к концу, и Мария подумала перевести этот процесс в наш СП и предлагает уже свой первый отчет, первое продвижение. Очень интересный дизайн, с большим удовольствием будем следить за его отшивом. Татьяна Майтак присылает не просто отчет, а уже готовую и даже оформленную работу по оригинальному набору от фирмы Лукаэс. Замечательная девочка с котиком и щенком. Великолепный результат. Поздравляем! Алла Красноярская присылает нам отчет по оригинальному набору от фирмы Custom Crafts «Охота белого тигра». Пишет, что процессов много, отвлекается, вышивает другие работы, но тем не менее тигр продвигается.
И мы этому очень рады, потому что очень хочется посмотреть на завершенную работу. Ольга Щурова делится своими продвижениями по бисерному процессу от фирмы Butterfly Чародей. Арт 641 – это круговая зашивка бисером. Размер работы 36 на 25 сантиметров, 18 цветов бисера. Пишет, что процесс меня захватил, очень нравится эта техника, надеюсь, не разочарует меня эта работа в дальнейшем. Ну а за подробностями заходите на канал к Ольге. Ссылка в инфобоксе. Марина Лакиза присылает нам свою готовую работу, свою багиру красивую, ну а рядом красавчик котик Фиксик. Вот такая вот компания. Марина Лакиза продолжает участие в нашем совместном проекте и пишет: вот и первый отчет по набору Галины Томиной. Я буду рядом. Начала его в тот же день, как закончила багиру. Не удержалась. 2 октября. Немного было тяжело с 14 на 16 каунт переключаться. Но потом я поняла, не в конве дело. Заменила иголочку и пошло-поехало. А вот и помощница Анфиска. Она всегда рядом, когда я вышиваю. Прям как название картины. Я буду рядом. Да, Марина, у вас все очень-очень хорошо продумано, каждому проекту свой код, причем в цвет. Так что нам нужно брать с вас пример. Наталья Панчина присылает нам свою уже оформленную работу бисерную от Золотых Ручек. Вот такая вот красивая кошечка. Очень-очень красивая работа. Поздравляем с оформлением. Аленочка Сережина присылает нам свой отчет и пишет, что готов третий лист схемы. И пишет: девочки, кажется, у меня открылось второе дыхание с ним. Осталось примерно 2400 крестиков. Шерстка так красиво поблескивает. Наглаживаю постоянно. Очень нравится этот эффект. А мы ждем уже готовую работу и желаем скорейшего завершения ее. Наталья Фомина присылает нам свой отчет по набору от фирмы Домы, это тигры, очень большая гигантская работа. Пишет, что остался еще один лист схемы и будет завершен верхний ряд картины полностью, появится третий уголок. Наталья не очень многословна в описании, но очень продуктивна, большая скорость, и на наших глазах появляется этот замечательный шедевр. Удачи вам! Ирина Пресман присылает нам также свой отчет по оригинальному набору от фирмы «Золотое руно». Вот такого вот интересного, красивого рыжего котика вышивает Ирина. И, как мы видим, он растет во все стороны. Анжелика Журавлева присылает нам свою готовую работу по оригинальному набору от фирмы «Риолис». Здесь был Вася. Ну а также делится уже полностью готовой коллекцией этих замечательных, очень красивых котиков от фирмы Риолис. Елена Канева отчитывается по своему оригинальному набору от фирмы Dimensions «Коты в саду» и пишет: почти готов еще один котейка и положено начало бэкстичу. Пока совсем немного, только на синих цветочках, но уже становится понятно, что картина полностью преобразится завершением бэка. И надо немножко поднажать, осталось совсем немного до финала. А мы ждем этого волшебного бэкстича, чтобы полюбоваться на этих замечательных котиков. Юлия Ипатова отчитывается по набору от фирмы Dimensions «Строй наблюдателей» и пишет, что в этом месяце совсем мало удалось повышивать, но зато появилась вот такая вот грустная красивая мордочка. Юлиана Ботова пишет: приветствую всех участников нашего совместного отшива. Интересно наблюдать, как девочки вышивают их готовые работы. И сама стараюсь не стоять на месте. Правда, сейчас сложно найти время на вышивку. Началась подготовка к Новому году. Поэтому продвижения небольшие. На данный момент я закончила вышивать первую заявленную работу от Риолис. Осталось постирать и сделать бэкстич. И надо продолжать вышивать вторую свою работу от Dimensions. Там вышита пока всего одна ниточка. Светлана Яковлева присылает нам свой отчет по набору РТО, вот такой вот замечательный мурлыка. Все крестики готовы, осталось только сделать бэкстич. Мы ждем уже полностью готовую работу.
Раиса Куксенко присылает нам свою готовую работу и пишет, что этот замечательный кот вышивался очень легко. Единственное, что бэк утомил Раису, но все в итоге получилось, и теперь осталось только оформить его в багет и подарить в подарок. А мы ждем новых котов. Лена Богданова присылает нам свою готовую работу, которую она вышивала по оригинальному набору от фирмы РТО «Снежный барс». Получилось очень красиво, замечательный результат, поздравляем, ну и конечно же ждем новых котов. Ну и наконец-то мои новости. Во-первых, у меня готова игрушка в виде кота. Вышивки здесь немного, но получилась игрушка очень милая, душевная и в тему осеннюю. Также есть хорошее продвижение по набору от фирмы «Золотое руно» на крылечке. У меня вышились первые два фрагмента. Они меньше, чем остальные, добавочные фрагменты, но тем не менее начало положено. Результатом я очень довольна. Работа получается яркая, красивая и вышивается легко. Ну и второй мой большой процесс в этом совместном проекте – это африканские львы от фирмы «Dimensions». Здесь тоже есть небольшие, но все-таки продвижение, работа двигается, и мне очень нравится процесс. Вот такие вот новости.